В Днепропетровске почтили память освободителей города от нацистов во время Второй мировой войны. У памятника воинам 152-й стрелковой дивизии, она и освобождала Днепр, собрались сотни жителей, ветераны, представители власти и церковнослужители. Они почтили минутой молчания память солдат и возложили цветы к монументу. В своей программе они говорили, что мы идем на выборы переименовывать город. Город и улицы, и площадя переименовали без референдума. В программах депутатов ничего не было сказано о переименованиях. Поэтому вот это, что они переименовали, это все незаконно, это все временное.